там типа я вот тестил этого ММа, там после Химеры идет три прицеля, можешь уебать. Типа там крит, не крит, похуй, на три ноктовки. А, Майя, у меня почти кап РПБ снизу есть в этом, 3-4. То есть специальный выстрел на первом месте в рекаунте будет. Ну, все хлагает на этом трэше. Короче, у меня сейчас взорвется ноут, блядь. Это надо будет, наверное, сигнал. Да, Геру по КД можно жать. Который под аурой, там на 10%. Ну, две лужи это мощно. Повышает крит специального выстрела. Две лужи, интересно. Кто-то Геру дал. Откатывается или нет? По идее, да. Откатывается, только изнеможение не спадает. Херово. Не знаю, у тебя сколько крита в этом в сурве? Без бафа, сколько крита? На хенте? Да, на хенте. За мэме, ну там где-то больше полтахи, не, не полтахи, короче, ну, больше 60%. У меня без бафа 50 на ММ, вот в Т10. Ну, потому что у тебя это, у тебя камни варп стоят. Это где-то до 10% камни будет идти, если с локостью ставить. Да у меня уже не фул камни РПБ стоят. Ну ладно, где-то больше, ну, больше 60 иметь крита. А что, вы там добиваете, не? Да, 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 все. Зато никто не давать. Надоело уже. Надо резать бомжа, типа, ну, сейчас когда 10 минут, ебанутый. Да я сразу отпущен. Спасибо. Ебать, 100 там пельмени, бля. Из-за вот этих петов багается все. С тобой регион, блядь. Конечно. Прикиньте, 20, ой, ну 25 ДК здесь собрать, чтобы все спамили эти бомжи, блядь. А это кто? Анхолики спамят эту хуйню, да? Все ДК. Нет, все. А все? Ёбаный. Анхолик может просто 8 гарк запустить. Ставьте шкаф. Прикинь, в Долоране там вызывают. Не вызываются, да, в Долоране? Это что, реворкнули, типа, в Т4? Нет, это сделали. Это сделали, что после вайпа все КДшки откатываются. Так, я в ДД, да? Там у Юи, да, он говорит, дискорд не грузится. Так, отбегу на полторы минуты. Тут бомжей мизинец свело, надо погреть. На боссе ДКшники чисто, да? Да. Андрюха будет на... Так, а кто мне вчера на Крэлгер КД не-то повесил, да? Вон там. Топ-хуп и пишет пинку. А вы ИВК 50 на 50 закрыли? 60 на 50. Не, ну серьезно. Нет, не закрыли. Нет, там что-то 46 или 47 было. А кто вайпнул, бля? И танки учились. Все вайпали. Бета-тестер в основном виноват. Петя, блин, а у тебя проблемы одни, бля. Короче, метки свои посмотрели, локи маги нажимают кубы, все как обычно. По трэшу сильно не вливайте, дайте сначала собрать танку, потом бейте. А он не слышал меня, можно я не буду нажимать на куб? Нет, крестик вместо лаксара, но не знаю, как это делать. На собой кусяло. Кто-то лагает, у кого-то пинг, еще какая-нибудь херня. Давайте все свои кнопки пожмут, пожалуйста. Типа, ставь джипси, все не хотят, и все хотят АФК. Поставь джипси вместо лаксара, я не хочу вайпиться из-за того, что человек не знает. Может, бля, давайте нахуй разойдемся, вот честно. Никого не будем ставить. Не умеет, она не нажимала ни разу кубы, ничего ты говоришь. Дай мне просто вместо нее метку, я нажму нормально все. Накусял вместо креста. Скажу простым человеческим, он предлагает ей научиться. Да нафиг надо учиться, ты гонишь что. Все, все довольны. В РБ есть Андрюх? В РБ может быть. Чекай, Сацуна раскинет
Кулаким по 5. Алкаш на этот выпейте. Фаски у кого что есть, то и пейте. Давайте еще не буду. Сынок, ты в холипале или в ретрике будешь? В холипале. Я в ретрике. Я повторяю бомжа ДК, которые стоят на боссе. Ваша задача — вы перегрипываете во время каста. Как только вы освободились, то есть с вас забрали, и вы становитесь свободным, ваша задача — пойти грипать гитариста. То есть человек, который сейчас танчит, и человек, который забирает, стоят АФК и ждут. А третий ДК идет и грипает бомжа. Как только с вас забрали, вы идете грипать сразу. Здесь это понятно. По кастам скажи сейчас. По кастам сейчас. Череп, Петя, Крест, ФДК, Апокалипсис, Квадрат, Трусы, Ю-Ю и последняя луна — это будет Хикос. Надеюсь, все услышали. А, ФДК — это я? Блять. Я не услышал, я не запомнил. Найди. Придумай. Креста буду забирать. ФДК, ты еще тестер. Джанг, Дексиона, будь тестер. А кто танчит? Первый, второй, третий, четвертый. Ю и Апокалипсис. Первый начинает Ю, потом Апокалипсис, потом ты. Дексиона тут? Нет? Да-да-да, тут. Не вышло. Готов? Даю счет, я не знаю, какой он кривой будет, не кривой. Если кривой, то все. 5, 4, 3, 2, 1. Даю черепок, фокусится желательно черепок. О, кто не на костах? Джипси, нажми фир. Петь, запасти бомжей, которые он будет. 3 секунды. Если есть, то Цуны скинь. Там повесил. Забусил. На следующего черепок поставил. У кого на крестах откатился эфир, можете нажать. Следующий черепок. Таргет набейте больше, потому что скоро будет уже босс. Два чертворца осталось. Босс второго года. Коля, лови босс, остальные добивай чертворца. Все. Ой, босса. Ставь. Дайте Геру. Гера 40 секунд. Следующий нажмете, когда кто-то откатится.
Первый таймер разбились на кубы, так что иду сам пока сами. Я заманшу, но готовьте быстро бежать. Бэл, давай. Не, да, после кубов уже. Че, это магика на рейд, это что? Да. Вот. Приготовились кубы, нажали, опустили. Бестеристы, первая грибная. Я фиряю собственный хит. Какого давайте, главное. У меня маны не будет сейчас, собственно, пофиряй следующего. Я грибну. Грибаем? Нет, да? Да, грибну. Да. Если я чего гриб. Давай гриб. С тебя еще фирс, собственно. РТД последнего добивайте сами. На стандал. Геру, давай. Да, давай, Гера, сейчас. Вспышка, готовьтесь. На кубы побежали сейчас. Нажали. Отпустили. Первого грипните, а я его пофиряю. Или там. И подходите близко туда только. Мана закончилась. Фря. Следующий. Стандарт. Старайтесь улетать не в мобов. Чуть-чуть отверните его просто. РДД последнего доигрывается. Вспышка, готовьтесь, сейчас будет. Бесы пошли. Кубы нажали. Отпустили. РДД сыграли быстро по черепку. Все милики тоже пошли на черепок. Я теряю. Бьем пока босса. Что ты первый должен? Да, я нужен первый. Приготовились бить бесов. Пошли бить бесов. Волков стан отключите. Нажал? Нет. Нажал. Это мне понадобится. Нормально, блин. Пока бьем до вспышки 10 секунд. Приготовились кубы и нажали. Я грибну первого. Отпустили. Фиряешь? Первого, да. Потом ты. Я не могу вот так фирять, когда он бежал.
смысле, грибы, вот он. А, сундук. Ты гребнешь или я? Следующие твои. Гриб. Черепок, гриб эти. Гриб эти. Хочешь за дандал. Следующего гриб. Последнего гриппа идти. Вот ждал. Дохеря сейчас. Нажали кубы, 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 кубы. Я же. Все, отпустили, отпустили. Бьем пока босса, все. Че, мы переведем с бесами? Пока бейте босса. Стопнули. Приготовились бить беса. Босса подводите к бесам. Босса к бесам быстрее. Я сам встанем. Больше клива. Все, по боссу доиграйте и готовьтесь убегать. Побежали. Поржали свои личные сейвы, всю херню, которая осталась. Все, отвернули босса. Бьем. Разбежались РДД-милики. Вы видите его в центр, поверните в решетку. Только аккуратно, чтобы не улететь в лужу сейчас. Все, разворачивай, разворачивай. Смотрите за дебафами, пожалуйста. Не просаживайте его сейчас. Да фрикил, если не проебемся. Поскидывайте иннеры, которые есть в руидах. Я вижу, только Маша скинула. Кусяо там скинь, он хорош. Чудеса, мы даже никого не бэрили. Мало устроили. Давай, можно, не надо. Бежать зеленую лужу или что? О, к сожалению, танк. Мы сейвы сможете пока дожать. Без балом где-то нас сокрыть. В смысле, к сожалению, танк. Что в твоих силах? Вот одного не могу понять, почему. У него не просто не избрал вот этот, короче. Рык этот ебаный. Рём. Ну, мы медведя рём. Ну, почему нету? Да, не пока. Потому что пропал, вешает. И кто-нибудь другой может кричать. Это более сильнее заклинание, да? Да, тебе если его прокачать, тогда ты дайте твой крик не перекинет. Дайте Геру, кто первый давал, пожалуйста. Не стойте в лужу.
Кстати, ты видел, короче, взломал там дерса будет по 6 минут босса. Да, заметил это. Там, скорее всего, занерфлены, скорее всего, будет. Там просто по 8-9 лямов будет, наверное. Но если они хп уменьшат, то он станет проще гораздо. Ну, да. Помню, на XS сколько там 50 лямов было и у этого Злуджина. Да не, Злуджина-то похер. Там вопрос. 42 миллиона было на XS тогда. На каком-то боссе там вообще 5 минут. Ну это на курице 5 минут. Я чувствую, это все не так просто будет. Ну там написал этот Траут, что именно для игроков, которые 25-ку целка осилили, вот для них делается этот за... То есть для тех, кто только 10-ку сможет осилить, ну целка... Нет, ты не понял. Типа если они вот так вот сделать берсу меньше, то они скорее всего берут там, не знаю, только время засунуть. Они нам еще скиллы некоторые переделают. В том числе ясно тогда. Но они какой-то рандом уменьшили. Да, рандомность, типа, чтобы никого там не шотало такого плана, будет стабильный урон. Да, ну это кикает. Да, давай, босс умирай, я хочу остаться на этой строчке. Это что, взломан уже какой-то. Эти типа КД серии закидывают уже, наверное, пятый балл. Я знаю. Петя, то же самое, по КД стереть. Я вижу, поэтому стараюсь не просрать. Еее, я остался в топе. Сверчок. Пусть там вместе. О, жезл. Все кричали, где наш жезл. Вот вам жезл. Чё там? Сочный жезл, пиздец, сочный. Ролься. Все кричали, дикие печеньки. Пок. Так в ГБ уходит, нет? Ладно. Ну, у меня ничего не уходит. Вижу на Йоми 98, все правильно? Да, на Йоми 98. А, епешима. Сразу говорю, приколы ваши вот эти, там, что не хочу отдавать, не получу. Ну, сколько поставил, тот столько и забрал, да? Неважно, нужен, не нужен. Написано, значит, ЕП потерян. Блядь, ребята, на Йоми 2К поставил. Джипси 2000, Джипси 4000. Йоми 5. Ой, жезл долго не поменяют. Джипси 9000. 3, 2, продано. Только раз, 64-го критика. А? Там без дырки. Там нигде сокета нету. Дальше идем. С медальон на мейн спеке надо кому-то. Ух, все тымки попадали, да? Марухич 10 ЕП 1, 10 ЕП 2, 10 ЕП 3. Полинор. Рольце 200. Двое захотели сразу, давайте нормальными шагами. Марухич раз, два, продано. Марухич 200. Дальше дрявый пояс с критом в помойку, надеюсь. 3, 2, продано. Помойка. Я бы на холле пала взял попасть. Печенька. 7. 3000 вижу. 10 000. Маша. Маша, не сдавай свои позиции, да подойдем сам. Десять. Короче, знаешь. 10 900 Мерсес. 11. Что, я за 11 получается? 3, 2, 1 продано. Могла бы поставить 11 400, Маш. Все, всем спасибо. Сколько там надо было начислить за магика, я не помню. 1000 в детей и остальным пописал. За боссов по 200 в ВВК было. Сколько здесь, не знаю.
По 1000 всегда было. За первый трайд потом. 250 приехали. Я тоже. Если что, сами там начислили. Да, да, да. За каждого короля по 250 вроде. Ну, там-то он был. Не давайте из рейда, пожалуйста, чтобы я поминусовал, типа, ему подрубание.